Смешные видео в сторис в Инстаграме стали веселить нашего суженного, и он стал их потихонечку комментировать. Вот так в наш техногенный век рождаются отношения в Инстаграме. Сначала раз, потом еще раз, а потом сработал закон притяжения, и молодые перешли на живое общение в сети Skype и WhatsApp. Не переключайтесь, и вы узнаете, что же было дальше. Хотите узнать полную версию? Присылайте смс на короткий номер. В общем-то, тогда он и сделал ей предложение. У нее дома, когда они готовили совместно романтический ужин. Звучало это очень нестандартно. Друзья, как вы думаете? Это невозможно догадаться, ладно. Я даже не буду спрашивать. Слушай, это потрясающий человек. У него уровень регенерации максимальный. Я видел его вчера в гипсе. Сегодня как ни в чем не бывало. Что происходит? Или вчера он просто не хотел снимать что-то свадьбу. Ребят, если меня тут... Сами говорят, я не могу. Так уж получилось. Также его супруга, его жена, это Валерия Курипина, ведущая различных мероприятий. Где она? Вот здесь, да, находится тоже рядом. Это преподаватель по танцам, организатор данной свадьбы. Двукратная чемпионка Европы, участница телешоу в танцах на льду. Она не решилась выступать, но просто танцы выступала многократно. Да. Действительно чемпион. Европа знает. Есть ответ! Стоп! Нажимайте за фанатов! Миш, давай! Мама! Он говорит, там звучало слово «мама». Про маму песня? Давайте правильный ответ послушаем. Молодец! Ты прости, что так давно тебя не обнимал. Я так прежде доверяю лишь твоим словам. Вообще какой-то кавер, даже не Степин голос был, но песня. Ну, а что вы хотели? Думали, легко будет? Это семейная жизнь. Да, так всегда можно говорить. Жень, возвращайся. Степин, нужна твоя поддержка. Ну хотя бы моральная, понимаешь, что ты не угадываешь. Дальше. Это не отдам. Пока светить будет солнце. Пока горит хоть одна звезда. Пока мое сердце бьется. В группе «Марсель» всегда так, там, где я, там победа. Господи, вот этот прыжок веры от Жени Бабенко. Или ты просто хотел потрогать кнопку, что сейчас произошло? Небо мои крылья. Небо мои крылья. Небо мои крылья. Да! Известно, что впервые наши молодожены увиделись на занятиях по музыке. Теперь нужно определиться, кто из них будет женихом, кто невестой. Евгения, скажи, пожалуйста, кто бы лучше из этих бородачей мог сыграть тебя? Миша-жених. Миша? Владимир, но, к сожалению. А мне интересно, это по какому принципу был? Я вот думал, что вот этот Владимир покрупнее так телом. Я посимпатичнее. Посмешнее, что ли? Посимпатичнее. Хорошо. Друзья мои, итак, у нас есть невеста, жених, у них есть микрофоны. Я желаю вам, чтобы все сегодняшние пожелания, которые прозвучали, они обрели материальную форму и уровень. Just begun, the best is yet to come.
глаза друг другу. Ощутите еще раз любовь этого вечера. Вы обрели любимого человека, с которым вы будете идти рука об руку по этой жизни, беречь друг друга, заботиться. Как вы сказали в обетах, что бы ни случилось в любой жизненной ситуации, вы будете стремиться делать друг друга счастливыми. Ну а чтобы вам было немножечко легче на этом пути, у вас есть замечательные друзья. Спасибо большое Вите Зуйкову, ведущему нашей свадьбы. Это просто замечательный человек. Мне нравится его, его умение правильно преподнести, именно очень тонко преподнести вещи, которые на самом деле важны и объединяют всех нас. Спасибо большое, Витя Зуйков, ведущий.